вот я приехала в славный город Зеленоград, который у нас теперь Москва. Находится этот округ далеко от Москвы, довольно-таки не примыкая к МКАДу, но город достаточно зеленый. В общем-то, застройка в основном такие панельные домики. Ничего, в общем-то, необычного. Напоминает очень типичный подмосковный город. Ну вот, пики точёные тут строят свою очередную многоэтажечку.